Уголовная милиция и следователь. Благоволите открыть. Где комната профессора? Что вам угодно, господа? У нас есть ордер на обыск и арест. В зависимости от результатов. А по какому обвинению, позвольте вас спросить, и кого? По обвинению профессора Преображенского, Барменталя, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего под отделом очистки МКХ полиграфа Полиграфовича Шарикова. Ничего не понимаю. Какого Шарикова? Моего пса, которого я оперировал? Не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело. А, то есть он говорил. Но это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует. И его решить никто не убивал. Тогда вам придется его предъявить. Десятый день как пропал, а данные, извините, очень нехорошие. Доктор Барменталь, благоволите предъявить Шарика следователю. Как же он служил в очистке? Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь. Это он? Он самый. Только сволочь опять оброс. Он же говорил. Он и сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше. Так что пользуйтесь случаем. Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот видите, я попробовал... Он заговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм. Атавизм. Неприличными словами не врутся! Валерьянки ему. Это обморок. Вы видели? Он натравил собаку. А Швондера я собственноручно спущу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского. Прошу эти слова занести в протокол. Поднимите! Слышали? Прошу эти слова занести в протокол. Никакая контра не уйдет от нас. Чу-чу-чу, стучат копыта. Чу-чу-чу, ударил пулемет, белая гвардия на голову разбита. А красную армию никто не разобьет. В тихом сумраке ночей раздаются серенады, раздается звон мечей. Много крови, много песен. Так свезло мне, так свезло. Просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза. Потаскуха была моя бабушка, царство ее небесное, старушки. Правда, голову все исполосовали зачем-то. Но это до свадьбы заживет.
Нам на это нечего смотреть.